Добрый день. По фронтальному погрузчику, по обзору, значит, без ключевой доступ, ключ просто должен находиться в кабине. Вот, сзади водителя есть кармашек, можно туда его положить. Значит, джойстик, передача первая, вторая, назад, две педали, газ и тормоз, то есть коробка автоматическая. Значит, как мы производим запуск двигателя? Нажимаем один раз вот на эту кнопку, загорается бортовой компьютер, идет загрузка системы пуска. Здесь уже запрограммирован пароль у нас стоит. Нажимаем на вот эту кнопочку, галочка подтверждения, загорается бортовой компьютер. Вот. И сейчас все системы в норме, ошибок нету. Здесь у нас наработки по моточасам идут, дата, время и так далее. Все, дальше крутим стартер вот этой кнопкой. Нажимаем, держим. Все, здесь мы произвели запуск двигателя и так далее. Для того, чтобы заглушить, нажимаем один раз кнопку стоп. Так, нет, нажимаем, держим. Все, вот он выключился, выключаем зажигание. Все, дальше он сам отключается.